Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем погружение в историю урбанистики и градостроительства. В первой половине 20 века обрели популярность градостроительные идеи французского архитектора Ле Корбюзье, который предлагал превратить города, в том числе и Париж, в редкую россыпь брутальных многоэтажных башен, окруженных широкополосными магистралями. Всплеск урбанистической модернистской гигантомании пришелся на три послевоенных десятилетия. Ле Корбюзье не дали перестроить ни одного крупного города в Европе, но в 1950-х годах правительство Индии заказало ему генплан Чандигарха, новой столицы штата Пенджаб, построенный с нуля среди бамбуковых рощ. Подписывайтесь на наш канал и группы в соцсетях, впереди вас ждет много интересных роликов.